свобода слова нужна для того, чтобы в том виде, в котором она существует хотя бы в Америке, на стыке политических интересов, для того, чтобы регулировать общество, регулировать и держать в узде политиков. Да, потому что иначе их в узде держать невозможно. И многое другое. И вот когда уже очень давно, да, нам говорят, как вы могли, ведь европейская журналистика или там европейская вообще культурная платформа зиждется на том, что каждый имеет, если он не нарушает закон, право голоса. И с одной стороны мы говорим, что мы хотим свободы слова, с другой стороны мы говорим, что интервью можно брать только у тех людей, которые нам нравятся, а у тех, которые не нравятся, у них нельзя брать интервью. Вопросы можно задавать. Если вы берете у них интервью, значит, вы разделяете с ними их убеждения и так далее. Где здесь вообще европейская, европейские ценности? Это же чистая азиатчина, кстати говоря. Это же в России так говорят, понимаете?